Друзья, всем привет! В этом видео хотел бы поговорить о том, с чего, по моему мнению, лучше начинать, если вы решили освоить такие приемы, как hammer-on и pull-off, то есть легато. Во многих видеоуроках на эту тему нам сразу подсовывают такие вот вертушечки на три пальца и подобные. Я обнаружил, что начинающим с такого начинать достаточно тяжко, и своим ученикам я обычно даю упражнение сначала на два пальца. Все-таки человеку с нуля гораздо легче управиться с двумя пальцами, контролировать их, нежели три сразу. Поэтому вот в этом этюдике я собрал несколько таких упражнений. Собственно, давайте начнем и посмотрим, чего у нас там. Начнем мы с хаммеров. Что же это за прием? Суть его в том, что мы извлекаем выше лежащую ноту на грифе за счет удара пальцем левой руки. Давайте попробуем. Тональность у нас будет ми минор, то есть мы будем действовать в боксе, в привычном боксе ми минорной пентатоники. Вот это 12 лад. Возьмем 12 лад указательным пальцем, сыграем его медиатором ударом вниз. И попробуйте теперь выбить 15 лад точным и аккуратным ударом мизинца. Старайтесь попадать по струне как можно точнее кончиком пальца, то есть не кидайте палец всю фалангу вот так плашмя, как колбасу. То есть фаланга у вас должна быть аккуратненько подогнута. И старайтесь бить поближе к самому металлическому порожку. Ну, в принципе, в высоких позициях это не так уж сложно, лады у нас мелкие, так что тут сложно попасть куда-то мимо. Итак, поехали, играем хаммер 12-15. И то же самое теперь проделайте на первой струне. Старайтесь, чтобы обе ноты, и та, которую вы берете медиатором, и та, которую извлекаете хаммером, звучали одинаково. В таких вот вертушечках я использую такой читерский способ глушения, но как бы он эффективный, и все им пользуются, но 90% гитаристов, по крайней мере, такие виртуозы, как Пол Гилберт, например. Смотрите, чтобы приглушить, убрать срач со второй струны, когда я перехожу на первую, я ставлю указательный палец достаточно близко ко второй струне, но максимально аккуратно. Главное получить тут эффект малого барре, то есть не прижать ее случайно. Вы можете попробовать такой способ, если слышите, что у вас появляется грязь и звук открытой струны второй, когда вы со второй уходите на первую. Видите, ставлю палец так, что он аккуратненько подглушает эту струну. Но и правой рукой, конечно, тоже стараемся все это отслеживать. То есть приглушаем вторую струну. Итак, у нас получился такой вот простой ход. 12-15, 12-15 на каждой струне. Играем его 4 раза. Теперь просто сменим одну нотку. Вместо 15-го лада на первой струне играем 14. В гармонии бэкинга сменился аккорд, там пошел ре мажор, и этот фа диез будет как нельзя кстати, поскольку он входит в ре мажорное трезвучие. Дальше, смотрите, опять меняем пальцы, пошел следующий аккорд, С, насколько я помню, до мажор, и теперь играем. Обыгрываем до мажорное трезвучие. Это 12-13 на второй струне, выбиваем хаммер средним пальцем, и 12-15 на третьей, ой, на первой, сорян, мизинцем. Тоже играем 4 раза. И 15 лад меняем на 14. То есть, как видите, очень клево у нас прорабатываются разные комбинации пальцев. Итак, давайте все соединим. 12-15. 12-14 на первой. 12-13 тут. 12-15 тут. И 12-14 тут, при следующем повторе. В общем, такая простая штука. Теперь давайте попробуем pull-off. Pull-off — это прием, когда мы, наоборот, должны извлечь ниже лежащую ноту за счет того, что у нас, смотрите, вот 15-й лад, например, бьем медиатором. И pull — это стаскивать, стягивать. Соответственно, мы подцепляем мизинцем аккуратненько струну так, чтобы она зазвучала. Чтобы зазвучала ниже лежащая нота, вот эту вот на 12-м ладу. Видите? Давайте попробуем перейти со струны на струну.
переносим мизинец, извлекаем звук на 15-м ладу и последовательно переносим указательный палец на 12-й лад и только потом делаем следующий pull-off. То есть это очень важно. Тут грубейшая ошибка — это пытаться перекидывать оба пальца одновременно. Тогда у вас будет корявая рваная ритмика, ничего хорошего не выйдет. То есть переносим пальцы последовательно. Смотрите, медленно, slow motion, так сказать. Один за другим. Тут у нас дополнительная сложность. На второй струне пуловчик старайтесь сделать достаточно аккуратно. То есть не надо так адски цеплять, чтобы, видите, и первую струну сгребать заодно под палец. То есть небольшое аккуратное движение. Видите, что происходит? Я перенес мизинец, ударил. В этот момент указательный палец все еще в воздухе. Потом он встает, и мы сдергиваем мизинец. И также переходим обратно на первую струну. Это очень важно. Про этот момент многие забывают, не контролируют его. То есть мизинец встал обратно на первую. Указали палец в этот момент в воздухе, пока звучит нота. Мы его переносим, ставим и только потом сдергиваем. То есть у вас должно быть такое движение, как если вы играете все ноты переменным штрихом. Вам вряд ли придет в голову перекидывать два пальца одновременно. Вот смотрите, играем все ноты медиатором. Вот пул-оффы. Видите, визуально точно так же. Это очень важно для достижения плавности и ровности. Тут вы можете меня еще спросить, типа, чувак, нельзя просто указать палец вот так положить и играть? Ну, я скажу, что можно, видите, становится сразу грязнее. Ну, и все-таки нужно уметь его переставлять, потому что далеко не всегда, не в любой ситуации указательный палец у нас находится на том же ладу. То есть может быть какой-то лик, где указательный палец будет, например, через струну и на другом ладу, вот типа такого. Видите? Тут уже держать бары не покатит, поэтому очень советую научиться именно переставлять указательный палец и не лениться. Теперь давайте разберем, что мы тут будем нажимать. А нажимать мы будем все те же лады в обратной последовательности. Итак, играем 15-12 4 раза. 14-12 на первом, 15-12 на второй. 15-12 на первый, 13-12 на второй. 14-12 на первый, 13-12 на второй. Соединяем. И вот тут важный нюанс. Читерское глушение, как в начале, указательным пальцем здесь не прокатит. Потому что мы, смотрите, перешли на мизинец. Мизинец не такой уж толстый, им так не заглушить. Поэтому тут глушим правой рукой, вам нужно ловить. Аккуратненько ребром ладони. Хоп, перешли. Видите, струна попадает под ребро ладони и глохнет. Видите, весь кусок соединим с хаммерами и пулами. Ну, тут такая концовочка, чтобы вам было легче перейти. 12-14 и поехали в обратную. Тут тоже концовочка 14-15, просто чтобы было легче переходить с куска на кусок. По правой руке, как видите, я все играю элементарно, просто ударами вниз. Дальше едем. Теперь смотрите, давайте комбинировать хаммеры и пулы на одной струне сначала. Бьем 12-й лад, хаммер на 15-й и тут же пулов обратно на 12-й. Получилось 12-15-12, а на второй струне делаем прямо обратную процедуру. 15-й берем. Пулов на 12 и обратно хаммер на 15. Итого. Очень популярная вертушка. Такая комбинация хаммер-пул. Ой, да, хаммер-пул, а тут пул-хаммер. Но мы будем играть ее 16-ми нотами и в конце, поэтому я добавил вот такой фрагментик. Смотрите, два раза вот так. Хаммер-пул. И переход на вторую струну ударом вверх на 15-й лад. То есть это даст нам последовательность 16-х нот.
Теперь также меняем ноты. Был 15-й, стал 14-й. Теперь также здесь, как и было, 12-15 тут, 13-12 тут. И, наконец, 14. Смотрите, в табы не ошибетесь. Старайтесь тут следить за ритмом. Ритм, как видите, сами фигуры стали посложнее, поэтому тут уже легко накосячить. Старайтесь играть как можно ровнее. Под метроном в медленном темпе, если вам тяжело держать ритм 16-ми, поиграйте сначала 8-ми нотами по 2 на удар. Давайте еще раз медленно. Там будет при втором повторе вот такая концовочка. Просто на 12-м ладу. Далее, смотрите, все еще немножко усложняется. Теперь давайте добавим переходы по всем струнам. Ну, почти по всем. Играем вот такие фигуры. Начнем с пул-оффов. Играем 15-12. Идем по пентатонику, короче. На первой и второй струне. И 14-12 на третьей. Сейчас получится три струны. Я такие штуки называю тройками. Следующая тройка. То есть тут аккуратненько переползаем со струны на струну. Старайтесь при пул-оффах сильно вот так не бендить струны вниз. То есть старайтесь их не сдвигать, иначе будет не Нестроевич. То есть аккуратненько. Чтобы этого избежать, вам надо за счет самого пальца делать пул-офф. То есть не пытайтесь помогать всей кистью. Должен работать сам палец. То есть палец этот стоит расслаблен, жмет ноту, этот двигается независимо. То есть не нужно вот так вот подворачивать всей рукой все это дело. Итак, поехали. И, наконец, с 3 до 5 дошли и заканчиваем. 14-12 лад на 4 струне. Здесь триольная ритмика, будьте внимательны. До этого у нас были 16-е, здесь мы замедляемся, чтобы вам было попроще начать. То есть раз, два, три, раз, два, три. Постарайтесь услышать эту пульсацию правильно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И аналогично поднимаемся от пятой струны. Смотрите, три струны вверх. Хаммеры. И заканчиваем. 12, 14. Итого весь этот триольный блок с переходами по струнам. Опять же, когда я иду наверх, использую все тот же способ глушения, о котором говорил ранее. И теперь шел на третью, четвертую у меня подглушено. Но, конечно, я все равно дополнительно глушу правой рукой. То есть, чем больше способов глушения, тем лучше, тем меньше вероятность, что вы сыграете грязно или обосретесь, например, на живом выступлении. И когда мы играем на толстых струнах, я надеюсь, вы все знаете эту простую истину, фишку. Тонкие струны у нас глушат указательный палец. То есть вот он все их берет на себя. Вот мы уже почти добрались до конца. Смотрите, следующая идея очень простая. Играем такие же паттерны, но уже ускоряемся. Играем 16-ми нотами. То есть тут, по сути, меняется только ритмика. То есть считаем теперь по 4. Та-та-та-та-та-та-та-та. Доходим в самый низ по пентатонике 15-12 лад и заканчиваем на 14 ладу. И аналогично поднимаемся обратно. Этюдик. В
В принципе, даже если вы играете уже, у вас есть опыт, возможно, какие-то тут сыграть некоторые места будет тоже челленджем, так что попробуйте его затащить, даже если вы не совсем начинающий. И еще пару слов о том, что я намеренно не упоминаю тут ничего о постановках. То есть я играю такие штуки в блюзовой постановке, то есть большой палец сверху обычно, только на басы вот так перехожу в такую более классическую. Если вам удобно, можете играть в классическую, вот так увести большой палец за гриф, тут дело личных предпочтений, как по мне, я бы сильно не парился насчет этого. То есть я за то, чтобы использовать обе постановки, ну, в зависимости от контекста. То есть там, где вам удобнее, то используйте ту или иную постановочку. Вот так, друзья, на этом все. Всем пока. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. И до следующих уроков.